с какими проблемами может столкнуться выпускник при выборе вуза? Ну, наверное, первая проблема, с которой может столкнуться выпускник, это определиться со своим будущим. Какую профессию он выбирает, соответственно, на какую программу обучения идти и где этой программы можно научиться. То есть вот где можно научиться, чтобы стать хорошим юристом, хорошим экономистом, хорошим логистом, лингвистом и так далее, и так далее, и так далее. Это первая проблема. Вторая – учиться в своем родном городе или если... все-таки есть преимущество в вузе в другом городе уехать в другой город. Это вторая проблема. Ну, расстаться с этим связана и проблема расстаться с друзьями или продолжать с ними общаться, выбраться из комфортной жизни или все-таки какие-то новые трудности преодолевать. Ну и, наверное, очень большая проблема – это прислушаться к мнению родителей или все-таки настаивать на своем. Вот за 9 лет работы в приемной комиссии я столкнулась с тем, что очень часто родители давят. И ребята потом страдают от этого. Потому что лучше сделать, совершить свою ошибку собственную. И потом не жалеть о том, что ты сделал, чем совершить чужую ошибку под давлением. Не уметь отстоять свою точку зрения, да, а под давлением родителей пойти туда, где вот внутреннее противоречие, куда не хочется идти. И потом обвинять в этом родителей. Мне кажется, вот это три самых главных вещи, которые должен учесть выпускник при выборе вуза. Спасибо вам большое.